Температура воздуха перевалила за 30 градусов по Цельсию, а значит, берег реки почти наверняка наводнен отдыхающими. Добрая половина тех, кого можно видеть на стихийных пляжах, это дети. Причем далеко не всех привели сюда родители. Нередко школьники приходят искупаться своими компаниями. А такой отдых, по словам сотрудников ГИМС, может закончиться трагедией. В основном родители отпускают своих детей просто во двор. Но опять-таки, как я уже сказал, дети, пользуясь близостью и доступом в такие места, то есть идут просто без ведома родителей. В рамках акции «Вода. Безопасная территория» инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками полиции и комиссии по делам несовершеннолетних проводят профилактические рейды. Детей, решивших искупаться без присмотра родителей, отправляют домой. Инспекторы записывают фамилии и номера школ. Позднее по этим учреждениям будут разосланы письма с рекомендацией организовать для учащихся беседы о правилах безопасности на воде. В отдельных случаях, например, если ребенку нет и 10, а родителей поблизости не видно, родственников привлекут к административной ответственности. За прошлое лето таких случаев было более 10. Как сообщает МЧС, с начала лета на водоемах в Иркутской области погибло 20 человек, 7 из них – дети. Во всех случаях причиной гибели стало несоблюдение правил безопасности и отсутствие контроля со стороны взрослых. Александр Бычков, Олег Левченко, «Местное время».